Что вот я и приехал понырять. Выглядит это так. Несколько этих бочонков. Этот закрыт. Еще, может, люди не подошли. Ну, все это в горах. Только что пробежал олень. Причем такой здоровый. Ну, тут еще есть люди, что не хочется их снимать. Довольно тепло, с учетом того, что на улице мороз. Реально. Так, теперь снимаю с сауны. Удивительно, первый раз вижу, что можно поливать водой, хотя воды нету. И внизу такая дырка, что там холодно. Еще должна быть это ультрафиолетовая сауна в соседнем помещении. 120. У нас в Аризоне было 113 на улице, блин. Ну а так, все легонько. Сейчас попробуем, может, воды сюда налить. Ну и вот место, где бассейн. Типа джакузи, она тоже тепленькая. Так, сейчас-ка я сюда залезу. Должна быть ультрафиолетовая сауна, насколько я помню. Туалеты, закрывашки. Что тут еще? И все это удовольствие стоит всего лишь $25. Хочу сказать, что это очень дешево. Не супер какой-то лакшери, но прикольно, с учетом того, что где-то после тренировки приехать, поваляться раз в недельку. Можно и больше. Такой светящийся бассейн. Так, вот этот спа-салон, где я только что был. Народа, хочу сказать. Я приехал только к 8 часам. Это был первый, так скажем, заход. И в общем, все было довольно плотненько. А сейчас так вообще народа очень много. Но тут местная достопримечательность, Pike's Peak, он тут недалеко. И тут всякие горные тропы к нему. Всякие памятники, надо пофоткать их. И куда я иду? Вон там домик, там вроде должна быть минеральная вода. Я хочу там немножко затариться. Вода действительно такая вкусная и, в принципе, никакая не приторная. Можно пить, можно даже приезжать, наверное, ее пить, себе набирать на неделю. Это, в принципе, 15 минут от моего дома. Вот еще раз это место. Народ балдеет. Так, что у нас здесь? А вот, походу, это водичка. Так, а что здесь? Культурный, типа, амфитеатр какой-то маленький. Вода. Не с моим уровнем английского. Ну, короче, что это подводные воды. Первая женщина, которая поднялась на Pike's Peak, это Юлия Арчибальд, Джулиан. She camped near a mountain in the spring. В общем, они тоже тут видели эти родники, бурлящие этой воды. Были очень как бы впечатлены, типа как-то так. Это так, в двух словах, потому что
черт, это все не понимаю. 7 минут спринт с Мотиной. Окей, идем за водой. О, отсюда крутая фотка может получиться. И отсюда тоже, если бы еще солнца не было. Как-то так, как-то так. Да, что-то из этого. Так, идем за водой. И, наверное, ну там девки зажигают, дай бог. Ясно. Так, моя банка. Две унции, 1 литр, наверное. Опс. Попробуй. Очень даже ничего. Надо точно заезжать сюда набирать воду. Так, что-то перебор. Мне должно хватить на пару дней, на завтра, как раз после Нового года, то, что нужно. Так, ну что, я возвращаюсь. Все.